И вновь мы на аллее философов. Пройдемся, прогуляемся к следующему храму. Друзья, мне так хочется пополнить мою коллекцию. Жалко, что... Мне Вадим говорил в предыдущих вот наших походах, что... А вот эта очередь в таких альбомах делают записи. Я как-то не отреагировала на это. И вчера японка в храме увидела, что я стою и сомневаюсь, взять ли мне такой альбомчик. И она сказала: начните свою коллекцию. Пусть это будет ваша первая запись. И потом вы ее продолжите. И я купила альбомчик. Это тема для философского размышления. Никогда не поздно что-то начать. Если вам кажется, что вы уже в конце своего пути, и уже поздно, вы не успеете, отбросьте эту мысль и начните. Вон плывут кои. Кои – это карпы. Он огромного размера. Вон еще его друзья плывут, которые живут в японских водоемах. Если это водоем в парке для посетителей, то они разноцветные. Красный с белым. Очень красиво. А это вот дикие. Друзья, мы пришли в храм Эйкандо. Храм Эйкандо был основан в 863 году. Он знаменит статуей Микаэри Амиды, оглядывающейся назад Будда Амида, и кленами, листья которых становятся красными в ноябре. Друзья, посмотрите, все фотографируют прекрасные листья, обжигающие крылья птиц. Также в храме Эйкандо хранятся национальные сокровища Японии. Сейчас мы пойдем искать, где я могу заполнить свой альбом. Гошюин. Мы взяли билеты в храм Эйкандо и будем заходить. Мы сняли обувь, так как народа очень много. Это очень популярный храм. На входе выдали кульки, и обувь положили в кульки. Мы несем ее с собой. Я дала свой альбомчик Гошюин. Но там, в тех храмах, где очень большое количество посетителей, от руки не рисуют. Вам дают, 300 йен стоит вкладыш, который вы наклеите в свой альбом. Вот какие кои. Карпы нарядные, разноцветные, в прудах, садов храма.
дорога вниз под красными кленами. Клены так посажены, что на солнце они просто действительно горят огнем. Можно, наверное, чай попить. Thank you.